Добрый вечер, дорогие друзья. Вы смотрите телеканал ТВ Арм.ру. Меня зовут Арман Маркарян. Начинается программа Unplugged. Как всегда, живая музыка у нас в студии будет звучать специально для вас, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Хочу в очередной раз всем рассказать, что означает слово Unplugged. Буквально перевод это выключено, отключено. То есть подразумевается акустический концерт, но как это бывало и на MTV в случае с Металликой, кстати, канал MTV, собственно говоря, и придумал такую программу Unplugged, так и у нас иногда мы все включаем, чтобы звук был помощнее, чтобы во всей красе оценить ту музыку, которая у нас звучит. Сегодня у меня в гостях группа, которая называется Metz. И Metz — это не просто какая-то аббревиатура, это просто, так скажем, армянское слово, которое означает большой. Добрый вечер. Сергей Асрянц, лидер группы. Добрый вечер. Я правильно сказал? Лидер группы? Просто... насчет лидера группы. Здесь лидер группы. Каждый лидер. Вот здесь именно. Каждый лидер группы. Вот я это хотел спросить. Сергей, пожалуйста, для начала представьте ваших коллег. Барабанщик Виктор Милентьев. Добрый вечер. Добрый вечер. Бас-гитара Александр Князев. Соло-гитара Сергей Похотин. И он же аранжировщик практически всех вещей, которые звучали и сегодня, и звучат на пластинке, и звучат на концертах. Понятненько. То, что сегодня будет звучать, мы увидим буквально через 5-7 минут и услышим, так что оставайтесь с нами. Сергей, давайте в двух словах просто расскажем. Ну, понятно, что вы армянин. Да. Откуда, как оказались в Москве, как давно? Ташкентский я. Uh-huh. Я родился и вырос в Ташкенте. После того, как в 17-м году мой дед бежал из Питера, а до этого из Карабаха. Собственно, в коллективе трое ташкентцев и один северянин, uh-huh, воркутинский. Вот такой вот. А мы все ташкентцы. Давно в Москве? В Москве я 15 лет. Все по-разному. Все по-разному. Я больше 15 лет, да. Понятненько. Название Metz. Что оно означает? Большой, это понятно. Большой, старший. Я был старшим сыном в семье. Ага. И для меня, как для этнического армянина, да, который... У этнических армян есть особая вещь. Мы все страдаем от отсутствия под ногами земли родной. Да? Ну да. И все в ташкентской диаспоре жила этим все время разговорами. Ну и как-то вот эти все детские воспоминания, эти вот ностальгические вещи. Да, Metz-Hike еще есть такое понятие. Большая родина, так переведем. Ладно, группа существует с 95-го года. Никто не возражал, кстати. Никто не возражал. Один был, но мы с ним разобрались. Звучное название, на самом деле. Да, и всегда должна буква S присутствовать в названии коллектива. Почему? Это проверено. Ну, заметьте, Beatles, Rolling Stones, Doors. Перечислять не надо. А, Pink Floyd пропадает как-то. Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen. Да, Led Zeppelin, да, Queen. Пропадает. Ну, исключение. Три правила, три исключения. The Dirty Mac пропадает. Да, четвертое. Да. Можно продолжать. Металлика пропадает. Металлика пропадает. Из свежих, так скажем. Да, да. Понятненько. С 95-го года группа есть, да? Я на сайте у вас прочитал, просто там очень мало информации про группу. 95-й год — это наша встреча с Сережей. Мы тогда встретились. Когда он родился, мы и встретились. Угу, понятно. Да. Где встретились, как встретились? На сайте написано так, в двух словах скажу, на английском перевожу, что типа мы встретились, стали пить, курить и думать о наших новых песнях. Это так? Да, но на самом деле все было гораздо проще и интереснее. Ну, не проще, а интереснее, потому что мы встретились, два коллектива играли, наш и Серегин. Угу. И нас пригласили на новогодние праздники, мы играли оригинальные программы. Что они, что мы. Это был удивительный факт. Ташкент. В Ташкенте. И мы там встретились, в первом году... Мне позвонил уже в Москве Сергей и попросил меня прийти. Мы играли по клубам московским, кавера пели. Чужие эмоции переживали. А вы как встретились? С большими? С большими? Ну, встретился здесь уже в Москве. Сережа-то я знал давно. Еще с 95-го года. Он и принимал роды, собственно. Он роды принимал. Года. Мы с ним учились вместе в музыкальном училище. Так что мы давнишнее знакомство. А вот с Сергеем уже здесь познакомились где-то год назад. Ну, пригласились, стали сотрудничать. Стали вместе играть. Да. Ну, слово «сотрудничать» как-то не очень, наверное, к музыке. Ну, если это честный рок-н-ролл, так скажем. Играть в сотрудничество. Да. Сотрудничать в игре, можно так. Я хочу отдельно спасибо сказать человеку, которого зовут Ваан Данилян, который живет в Ереване. И он руководит сайтом, который называется Mojo.am, блюзовый сайт. Он, собственно говоря, меня и познакомил с группой Metz. Ваан Джан, спасибо. Насколько я понимаю, он его и организовал. Он сайт? Да. Ну да, да. Альбомы есть у группы? Ну, мы своими силами выпустили. Один? Средств нету. Один, да. Пока один. Небольшой, из 8 вещей.
но достойный. А гастрольный график и концерты? Нет, вот, к сожалению, мы пока не ангажированы так широко. Угу. И узко ангажированы. Но это наша задача, первая задача, первый шаг. Попасть на клубную московскую сцену. Что, так сложно? Не знаю, я не знаю, существует ли вообще институт импресарио менеджеров в Москве, которые занимались бы да. вот тем, чем занимался Брайан Эпстайн там, и да. так далее. Есть? Да. Тогда познакомьте. Хорошо. Мы не знаем никого. Есть разные продакшены, которые занимаются группами разными, и есть продакшены, которые специализируются, так скажем, на клубных выступлениях. Вы понимаете, что вы это в эфир говорите, да? Да. Я все всегда честно говорю. Отлично, супер. Ладно, Сергей, один альбом, понятно, к сожалению, пока что не ангажированы, как вы сами выразились. А рок-музыка, которую вы играете, да, вы играете такой старый, добротный рок-н-ролл, так скажем, да, по ощущениям. Все есть, и кантри, и блюз. Рок-н-ролл я имею в виду не именно конкретный стиль, направление рока, а общее понятие. Да. Да, для меня это так просто звучит. Актуален ли он вообще в эру, когда музыка переросла, то есть не переросла, а перешла вообще в виртуальное пространство, в компьютеры, в какие-то новые направления непонятные, и, в принципе, молодежь больше торчит, так скажем, от этого всего, чем от... Ответ рока. Короче, не бывает, оплевать. Оплевать. Не хотите, не слушайте. Ну, в общем, не совсем так, конечно. Кто хочет, пусть слушает, вот скорее так. Потому что, критики понавыдумывали столько жанров, да, столько направлений. А все это называется одним словом музыка, да. Мы играем музыку, да, я не знаю. Мы с удивительными вещами сталкиваемся. На одном из концертов в клубах недавно вдруг оказался человек, первый сидел, мы пришли на концерт, единственный сидел в зале, который, оказывается, выискивал нас в интернете, где мы играем. Угу. У нас фан-клуб из одного человека. Но после концерта уже есть пятерых. Я надеюсь, после нашей программы уже будет, как минимум, 15. Да, если абсолютно уверен. Посмотрит. Абсолютно уверен в этом. Просто еще раз говорю, не наша профессия искать, заниматься находить пиаром. И сводить. Да. Понятненько. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли сегодня. Сколько песен будет и, в принципе, о чем они? Потому что они на английском все. О чем тексты? Они очень философские. Да, кстати, обязательно же нужно сказать, я должен сказать, что тексты все пишет соавтор, давнишний соавтор Дима Микляев, потрясающий человек, умница, философ, знает 4 или 5 языков. Супер, супер человек. Песни очень философские, очень. Я даже не знаю, как одним словом можно перевести, да. обрисовать. Но это мировоззренческое очень творчество, это очень мировоззренческое. Это, грубо говоря, наш взгляд на мир. Ну, мой взгляд в данном случае, не знаю, все присоединяются, значит, наш взгляд на мир. Не на устройство его, потому что бессмысленно, да, пытаться... Не поменяешь уже, да? Да, пытаться понять даже его невозможно, охватить сознанием невозможно тем, что нам дано. Ну, в общем, обо всем о том, что можно охватить сознанием. Друзья, если, я надеюсь и немножко уверен, что вам понравится та музыка, которая сейчас будет звучать у нас в эфире, если понравится и захотите более подробную информацию узнать о группе, заходите на сайт, который называется metsworld.com. Worlds. Да. metsworlds.com. Заходите на этот сайт. Большиемиры.com. Так переведем. Да. Да. Мир и Мец. Мир Мец. Там есть вся информация, там есть музыка, и там есть несколько тексты нескольких песен. Текстов, кстати, на Mojo Club AM большой текст. О, кстати, mojoclub.am тоже заходите, там очень много хорошей музыки. Что за диски у вас лежат слева? Зачем? Да. Не, в подарок. Да, это вам в подарок. Это вот, собственно, тот самый диск, который и вышел. А это нам, ребята, порадовали нас перед концертом в подмосковной Верее, сделали нам такие магнитики. Спасибо вам большое, у меня очень приятная работа. Работаешь за это деньги, получаешь еще и подарки. Вообще великолепно, всем советую. Наоборот. Оборот, а вот и нет, оборот. Нет, перевернутые. А тут все закрыто. Ну ладно, потом, да. Потом покажем. Ага. Друзья, в общем, оставайтесь с нами. Группа Мэтт сегодня в проекте Unplugged. Все включено у нас. Меня зовут Арман Маркарян. Удаляюсь, дабы не мешать вам слушать хорошую, качественную, драйвовую рок-музыку. И мы тоже удаляемся. Giving back one's own life to a certain place in the sky. One is yearning for being where only one can be applied to destination hour.
Opportunities to be well in destination hour. Na na na, na na na, na na na. Это была композиция Destination Hour. Следующая вещь — One Day of Your Life. To life, you got a sense of time, feeling every moment of your being. You were sleeping within your first day when you were blind, when you had no mind. First day of your life. By the world without you run a cord, could you make all things go back and just change some luck of a quiet place that was behind where you could hide one day of your too late to go to unknown side of your own inside, for to know yourself from another side. Wishes black and white, one day of your life. Message. Your trouble and your friend
your troubles in your head. Play foolish and be state, fighting for to say what nobody say, what nobody say, what nobody said. Weight of all unsaid never gives you a pleasure, so would you stand no longer this pressure? If you wouldn't, well, what do you think? What's beyond? Why will all this rush to outside? Advance a measure for outside. Your body, it's inside. We must know the main word, by the Lord's along the Lord and the Lord. No, it's the Lord, by the Lord's along the Lord. Be sure all's right, don't change this in your mind. Light-heartedly long, moving in a channel. Craziness of this world, craziness of this world, craziness of this world. Never come across yourself if you're not crazy. If you did it, you wouldn't be in a race. With yourself and every day you wait for something, what's behind? Why will all this rush to outside? Rocky Island. Feelings and wishes, desire and colors are inexplicable, coming from nowhere, priceless and endless. So obscure. See this example, the world turning dancer, misshapen person, with flesh, blood and fear, speaking and breathing beside your existence. You can feel that breathing of the heart so dear, and you get a feeling that anything's present. I watch you have wished, have seen and have light in the single person. The Rocky Island appearing on the horizon is desert and friendly, just the dust. Who quit and love himself in kingdom, self create and in the cultivated tree. Are unexplainable, coming
from nowhere, priceless and endless, so obscure. Cities example the world turning dancer, may shape in the person, flesh, blood, and figure, speaking and breathing. Side you existence! Will you trace? Where's my piece of illusion? It's a sock of chains. We are whirling inside. Got to go to the place. I will dress in seclusion. Existence is now just some feelings inside, standing lonely behind. When you knock on my door, let us do it together. But I'm not sure if anyone is in. Know your name. Let it be a little secret. I suppose you'd be something you never know. Take it up in this way. Do you think you can feel it? It's just a kind of you are. Yeah, they say it's a trip and a greatly confusion. I'll be asking no more. I'll be going nowhere. All I need for today is my piece of illusion.